Обычно Нора не заходит за границу. Огнежар. Солидный запас. Такие кучи оставляют после себя камнегрызы. Их, наверное, привлекли взрывы. Thank you.
Дело того стоило. Я никогда не видел таких машин. О, и таких смелых охотников. Возьми. Это из наших запасов, но никто не станет возражать. Ты заслужила. Да пребудет с тобой свет, дитя. Особенно, когда будешь драться с подземными чудищами. Я видел лучше. Мне больше нравилась история про то, как жрец солнца влюбился в дочь торговца. Ничего себе! Нора? Здесь? Наверное, переговоры короля солнца. Да. Надеюсь, ты в порядке. Смотри сама. У меня только лучшие товары. Хочешь купить что-нибудь? Тут след из капель крови. Мой товар здоровый. И вновь закрой. Подходи, смотри товары. Просто сруби позор. Я на верном пути. Наверняка сейчас подкатывает эта девица. Товары хорошие, цена честная, охотников и тут тоже кровь. Вор сильно поранился. Здесь след обрывается. Но кто-то наверняка видел вор. Покупай эти товары, пока есть возможность. Тут никто не пробегал с мечом. Пробегал, схватил кусок ткани с прилавка и бросился вниз по лестнице. Он был в крови, небось, рану хотел замотать. Проклятье! Дорогая же ткань! Я столько выложила за повязку для вора! Я дам хорошую цену. Подходи, смотри товар.
если вор спустился сюда, у него оставался только один путь. Вперед. Никаких следов. Но кто-то же должен был его видеть. Тут никто не пробегал? С мечом в руках? Да. Чуть не врезался в меня. Вниз по парапету и на подъемник. Тебе уже не догнать. Только он без меча. И в руках ничего? Да, ничего. Летел, будто зад подпалили. Значит, вор где-то спрятал меч. Но где? Может, у него сообщник? Меч вполне можно было спрятать в ларьке у той торговки. Оставь ненужное другим. Бери, что нужно. Вор все-таки сбежал, но без меча. Думаю, он его где-то припрятал. Например, здесь. Что? Нет. Я тут вообще ни при чем. Я приведу стражников, мы перетряхнем твой ларек и допросим твоих покупателей. А, подожди. Все не так просто. А тебе говорят, что ты как луч света во тьме, так что ты прислушаешься. Все так. Меч передали мне, а я передала его дальше. Его продадут, но не для наживы. Мы помогаем нуждающимся. Ты думаешь, я в это поверю? Я докажу. Иди к водяной мельнице, там мои друзья. Они все объяснят. Если они тебя не убедят, веди сюда стражу. Я убегать не стану. Да и не помогло бы. Все равно найду. Ну ладно. Схожу к этой мельнице. Ну что? Значит, мне нужно идти к водяной мельнице. Смотреть можешь без плана. Лучше не нарывайся, чужой. Thank you.
Полезная травка. Правда, горькая. Меня предупредили о тебе. Ты ищешь ответы. Ну, все довольно просто. Мы берем ценные вещи у тех, кому они не нужны, потом продаем их, а выручку отдаем бедным в закатной крепости. То есть вы воры? Можно и так сказать. Воруем у свиней, которые веками живут у корыта. Раван не похож на свинью. Да он такой же, как и все они. Упивается своим богатством, пока низкородные страдают. А кому именно вы помогаете? Не этим сволочам в крепости. Мы стараемся, чтобы у бедолаг в сумраке было что поесть и чем замотать раны. Они ушли на запад не по своей воле. Уж поверь, я знаю. Мою жену заковали в цепи с прислугой и увели силком. Они умерли от голода на этой цепи. Мне жаль. Мне тоже. Где сейчас меч? У нас. Мы его еще не продали. Ну и что прикажешь мне делать? Уйти? А давай ты нам поможешь. Я слышал, что ты хороший следопыт. Мой партнер Насан пропал рядом с выжженным берегом. Вез в закатную крепость немалый груз продовольствия. Найдешь эту еду, поможешь многим. Я подумаю. Но ты должен вернуть меч Равану. Знал, что ты это скажешь. Ладно, вернем мы ему меч. Насана ожидали в старом лагере на развилке у выжженного берега. Начни искать там. Но осторожней. Там полно машин, а еще полно карха тьмы. Я имею в виду не страдальцев, а их мучителей. Нечего меня расспрашивать, пусть даже потерялась. Я стражник, а не городской глашатай. Thank you.
Если меня кто-нибудь слышит, пожалуйста, приведите помощь! Должен был тебе внести. Похоже, тут была драка. Но трупов нет. Если Насана куда-то тащили, могли остаться следы. Вот и они. Посмотрим, куда ведут. Да, Насан у них. Я должна ему помочь. Давай-ка еще. Вижу врага!
Пронзи моего врага! Мешок и так уже набит. Я от Киндива. Я тебя вытащу. Думал, старый хрыч про меня забыл. Выходит, за мной должок. Идем сюда. Киндив рассказал мне про еду. Они ее забрали? Нет, я спрятал. В закатной крепости много голодных, которые ее ждут. Хорошо. Послушай, когда вернешься в Меридиан, иди к аристократу Равану. Если все объяснишь, он поможет. Просить помощи у высокородного. Но теперь-то я не могу тебе отказать. Но сперва доставлю еду. Удачи. Запас карман не тянет.